Вы празднуете Гиперборею? Нет. Чего вы здесь собрались-то такие нарядные? На свадьбу. Горько! Нет, еще нету Горько. Просто посылайте что-нибудь. Горько еще не Горько. Завод везет нас этот тамбур, который находится в поезде. В общем, завтра мы участвуем в прикольном забеге, который называется Ice Onega. Ice, baby. Чтобы люкс, 8 человек, все заказали кушать. Я вообще первый раз. А что они так делают? Я золотым бейджем. У меня самая высокая степень обслуживания. У меня золотой бейдж. Самая высокая степень обслуживания сервиса. Сегодня мы собрались с пацаном. Доброе утро. В очень неплохом кафе. Это первое педо-кафе в Петрозаводске. 10:15 утра. Через полтора часа мы выбегаем из города Петрозаводска, бежим по Онежскому озеру. Вообще погода замечательная. На мой взгляд, идеальная просто для бега. Минус 2 градуса тепла примерно. Вот. А что такое минус 2 градуса тепла? Очень много красивых, приятных людей. Скажите, пожалуйста, вот это вот большое скопление людей, все праздник празднуют Гипербореи? Да, конечно. А что такое Гипербория? Зимний праздник, праздник зимы. У вас очень красивый наряд, он какой-то имеет отношение к Гипербореи? Конечно, да. Что значит вот эта бейсболка на голове у вас? Это кокошник. Мы чеканим монеты, поэтому за интервью надо по-любому зачеканить монету. Значит, эта штука, я должен ударить по столу, да? Мы сейчас кладем заготовку монеты, правильно? Да. А что у нас в оттиске будет? Будет герб Карелии. Герб Карелии. Это, я смотрю, куница, да? Да. Или вы уверены, что это куница? Нет, не уверен. Окей, ладно. Пусть будет куница. Герб Карелии, куница. Как сильно нужно бить? С каким усилием? Не очень сильно, но не очень слабо. Класс. Все, хватит. Неплохо. Куница. Что за праздник? Почему вы так красиво одеты? Сейчас проходит праздник «Зимняя Колокунда», это праздник рыбаков, и мы выступаем со своей программой. Мы шаманское отродье. Ученики шамана. Веслоух. А скажите, пожалуйста, вот это слово «Колокунда», это что значит? Вот этого мы не знаем. Гиперборею, ну это у нас каждый год так. Что заставляет вас одеваться в обтягивающую форму? У меня, если одеваюсь на обтягивающую форму, не натирают выпирающие части тела. То есть у вас отчет выпирает обычно. А что мотивирует вас бегать зимой по льду? Здесь красиво очень. Ожидания есть от этой трассы в этом году? Понимаю, что нет туалетов. Что делать в этот момент? Нет лунок нигде, даже никаких, вот. Ни синих. Вот с этого и надо было начинать. Большая дистанция? 20 лет. За сколько проедешь? Не знаю. Часа полтора. Молодец. Желаю успеха. Начался забег. Какие-то невероятные чувства от этой погоды и от того, как начался этот старт. Очень необычно, очень приятно. Ну, в общем, все, погнали. Благодаря вам, я улыбаюсь. Это было как раз для этого сделано. Жалеешь, что бежишь без шипов, да? В прошлом году здесь бежал так же, что завтра еще одна половинка. Питер. Точно.
А какая лучшая, это или Питер? Это. Ну потому что красиво. Потому что здесь классно. Говоря, не знаю, где еще можно в России побегать по такой вот немножко сюрреалистичному ландшафту, потому что вмерзшие корабли и Ванежское озеро – это очень необычная история, и вообще это что-то невероятное. А ты откуда? Поселок Янтарный, Калининградская область. То ты специально пролетел на забег на самолете? Да, да. Была не очень легкая, из-за ветра преимущественно. Это была неплохая тренировка для Байкальского ледового марафона, как бы. Сейчас полное ощущение того, что 42, ну то есть полную дистанцию бежать по такой вот как бы трассе, конечно, тяжело. Вот, и мне кажется, это очень неплохой способ проверить себя и вообще подготовиться вот к такого рода сложным соревнованиям. Мне кажется, это очень круто. Эдуард, ты являешься организатором этого суперзабега. Скажи, пожалуйста, вот, ну, мы случайно узнали нас про этот забег. Вот есть какая-то история возникновения? Все очень крутая история. Мы вернулись с армии и подумали, что мы хотим организовать спортивное мероприятие. Но не такой, который есть в России. Ну, мы хотели просто сделать хорошее мероприятие на льду. Чтобы мероприятие было своя идея, своя изюминка, своя отличительная черта. Большая благодарность спортсменам, которые выбирает этот забег. Эдуард, спасибо тебе большое за то, что уделил нам время. Мы обязательно приедем к тебе в следующем году. Ловлю на слове. Приезжайте. Ну что, друзья, завершился полумарафон Айс Онега. Это совершенно замечательное событие, которое удалось нам посетить. Собственно, мы рады и довольны участию в этом мероприятии. Большие эмоции, это, конечно же, от тех людей, которые принимали участие в этом полумарафоне. Огромное спасибо, ребят. Большой вам поклон. Ты сделал, нет? Да, да. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если видео понравилось, мы будем продолжать снимать для вас видосики. Чем он пахнет? Я вот смотрю, как бы вот сейчас в камеру, и я не вижу подписчиков. Нужно, чтобы они подписывались. Я тоже не особо не вижу.